Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Филиппийцам, послание святого апостола Павла, 4 глава, с 13 по 17 стихи. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, принявши участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и в Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду». До 18 стих. До 18. «Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу». Хочу обратить внимание на слово «доволен». Апостол Павел находится в филиппийской тюрьме. Как описывает сегодня, это подземное сооружение, никакой гигиены нету, одна рука прикована к стене, остались какие-то в раскопках, везде это находят. И никто не помогает ему, только один филиппийцы. Притом из Фессалоники, и раз, и два. А откуда же деньги эти брали? Добровольное пожертвование, по расположению духа. И он, я говорит, я доволен. Вот обратите внимание на слово «доволен». Мы часто пользуемся словом этим, говоря «недоволен». Мне много приходится общаться по интернету с людьми, и сразу вопрос: а как вы относитесь там, к президенту? Вы любите его? Я говорю, еще он сахарная баба, чтобы любить. Такие большие кубы продавались раньше. Сахар, называлась сахарная баба. Он делает, дальше начинает. А патриарх? Там дачи, там торговля спиртом, водкой, табаком, что было, и это не отрицается. Но нужно было строить, дескать, храмы, и у него там то другое. Люди недовольны. Поселился где-то, а я не знал, что там так будет. Вот теперь хорошо, другой говорит, мы уехали в Краснодар, тепло, суровой зимы нету. А здесь поселился, ну все хорошо, ну сосед. Я маленько при горке живу, а он выше. И он открыл шланги все, за ночь залил меня все. Я не могу ни машины сейчас, ни ворота открыть. Залил меня водой. Я говорю конкретно от людей, которые знают, которые на это жаловались. Другой. Неудачный брак. А это очень много. Сегодня в первые 4 года разводов 84,6%. Из 100 свадеб 84 уже распались, и детей воспитывать кто-то, да чужой дяди не будет. Исчезновение народа. Об этом и священники трубят, и всюду. Недовольство. Россия большая, а рожать некому. За время перестройки только в Российской Федерации приблизительно 120 миллионов абортов. Это довольно большое государство. Больше, чем Германия, там бывает Франция. Каждый день 20 тысяч младенцев выбрасывают. Это герои, ньютоны, кто там были, какие патриархи, никто не знает. Недовольство всем. Но мы должны смотреть в Священное Писание, когда мы должны быть довольны. Он получил, я доволен. Мы увидели, когда он в нужде, тогда бы... Никого нету, на филиппийцы помогли. И филиппийцам апостол Павел пишет о радости, радуйтесь. И еще раз говорю, радуйтесь. 11 раз подряд повторяет слово «радуюсь», сам находясь в темнице. Как они обрадовали его, как позаботились о нем. Мы сейчас посмотрим несколько мест Святой Библии, чтобы научиться быть довольным. Потому что недовольство – это ропот. А ропот – это отторжение от Бога. Нужно учиться мыслить категориями Священного Писания. Нам кажется, ну, там, старый, молодой, для Бога нет разницы. Молодые умирают. Еще как умирают,
Только слышу, опять авария на дороге. И опять погибли все. Мне пишут. Мы много ездили и видели это все. Так что не хвались завтрашним днем, ибо не знаешь, что он родит тебе. Притча Соломона 19:23. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Зло не постигнет, когда зло свирепствует. Зло и дьявол во всех языках, какие я немного знаю, одно и то же слово. Еще раз прощу. Это же стих. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Зло не постигнет. У тебя много конкурентов, и всякие пакости могут творить. Имей страх Божий. Вот в этом довольство. Он доволен всем. Почему? Я знаю, я смертный. Да, как будто бы хорошо. А где самая большая неприятность? Повторяю, в семье. Но когда исследуешь Священное Писание, то удивительные вещи находишь. Вот апостол Павел, я просто как бы попутно сказать об этом. Апостол Павел пишет, что о чем пишет Иоанн, приходится сравнивать. Благодать – это все. Быть благодатным, благословенным. Но однажды Иоанн сказал, и благодать на благодать. Я стал искать в Ветхом Завете, нашел еще один раз благодать на благодать. Смотрите как. Иоанн, 1 глава, 16-17 стих. «И от полноты Его, Божией, все мы приняли и благодать на благодать через Моисея, дальше через Иисуса Христа». И Сирахов пишет, 26-18, «Благодать на благодать, жена стыдливая». Вот это да. На весь Ветхий Завет благодать, то еще и на благодать. Недавно я посмотрел один, как называют, маленький фильм, ролик, документально. Обратился человек из мусульманства. Видимо, там где-то дагестанец, одетый, формой, и лицо, и такой. И маленькие девочки. Вот русскую спросили, кем она хочет быть? Ну, артистка, это в первую очередь. Ничего не делать, там, или плясуньей какой-то быть, спортсменкой. Девочку спрашивают, там, сколько лет, 10. А кем ты хочешь быть? Вот как она одета, как она опустила глаза. Вот не встретишь это. Она только одно сказала. Хорошей женой. Она учится, девочка другая, 5 лет. Она на машинке специально строчит, шьет платье и другое. Это главное. Она продлит жизнь мужа. Мы эти слова находим в Библии. Прочитаем несколько мест еще. Евангелие от Луки 3:14. Когда мы должны быть довольны? Страх Божий. Вот это довольство. Я Богу доверяюсь. Я мог родиться не в такой семье пастуха, отец инвалид, 10 ребятишек. Я мог быть другим. Но Бог назначил мне именно из этого гнезда произойти. В 23 года я первый раз увидел Библию. Я мог родиться в верующей семье. У Бога все вымерено. Но мать ничего не могла дать, потому что она не знает. Она дала страх Божий. Вот это нельзя, вот в пионеры нельзя, там с женщинами нельзя. 82 года мне, я еще ни одного мата не сказал. Это Бог сделал так. И поэтому нужно учиться благодарить Бога. Я благодарю. Я мог быть выше ростом, с другими данными, физическими. Нет, вот именно то, что это как раз мне. Чтобы не каждый снайпер меня увидел из-за горы. У Бога все вымерено. Лука 3:14. Спрашивали его также и воины. А нам что делать? И сказал им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Ну, контрактники, военные, мало платят. Довольствуйтесь. Где-то они брали, кого-то арестовывали, где-то умеют люди выжать деньги. Довольствуясь жалованием. Сегодня поговорите, мало платят. И действительно, когда показывают сравнение в других государствах, пенсия, ну это смешно, даже наша, при таких сокровищах,
Миллиарды на одном только лесе. Вот сейчас дым стоит у нас здесь. Это жгут. Умышленно зажигают. Обнаружили кого? Вчера дали данные. Ворона произвела пожар. На высоковольтной сидела, где-то замкнула, горящая пала, загорелась трава. И даже кто там, МЧС, говорит, первый раз такое встречаю, от вороны пожар начался. Мы должны научиться довольствоваться тем, что есть. Довольствуйтесь жалованием своим, пенсией своей. Не ропщите. Научитесь пользоваться, как по одежке протягивая ножки. Научись жить экономно, абсолютно во всем. Послание апостола Иуды, 16 по 23 стих. Самое грозное послание, самое грозное в Новом Завете. Одна глава. Это работники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Довольствуясь тем, и в то же время работая, смотря и все время ощущая и убирая. Это как во дворе желаем, чтобы там хоть проезд был, не завален чем-то. Так и в душе, так и во взаимоотношениях. Римлянам 7:22. Где мы должны быть довольны? Это мы сегодня говорим на эту тему. Другие услышат. И говорят, да, говори, не понимают. Нет. Это другой уровень. Как Григорий Ниский, это брат Василия Великого, говорит, слово имеет свойство воплощаться. Вот сказал, пришел домой, а теперь где-то что-то, и ты опять коснулся. А в самом деле, работники, я тут ропщу не по мне, здесь не так. Вышла замуж, пришла в другой дом. И там начинается уже между свекровкой или с тещей неурядица. Старые, отойдите в мыслях, если уже по-другому нельзя, чтобы в одном доме не жить, в одной квартире. Прислушайтесь, у них своя жизнь. Нет, вот такие конфликты, я только которые знаю, и при том их легко разрушать. Ну, немножко, порадуйся за родных. Какую Бог дал невесту? Она имеет страх Божий. Она ждет мужа, он надеется на 100% на нее. Она никуда не уйдет. Она проникнет во все места, где ты будешь в заключении. Она будет везде находить добрых людей, которые придут на помощь. Но оцени это. Старые люди на пути, а у нас так принято, а вот так было где-то, мы приняли нового человека. Это сын, это дочь. Вот когда мы считаем книгу Тобита, и он отпускал дочь свою, Сару, и говорил ей, там новые родители, и как она должна, и как ты должен с ней. Это все описано. Книга Тобит. 2 Коринфянам 9. К Римлянам 7:22. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. По внутреннему человеку. Удовольствие – это значит, я доволен. Удовольствие – это одно и то же слово происхождения его. А сделать этого у меня нет. Ну, остановись на этом. Нужно находить удовольствие. Мало что написала, бумага все терпит. Нет. Это Дух Святой изрек слова, которые пророки, апостолы зафиксировали на бумаге. Там, на пергаменте на каком-то. Дух Святой сохранил. Бог дал знания людям, которые из незнакомого нам языка перевели на русский язык. Кто-то изобрел печатание, и оно дошло до нас. И Библии эти раздавали бесплатно, вагонами. Господи, воздай им добром всем. По закону я вижу
Все так, Павел говорит, но сделать этого не нахожу. Я вижу другой закон во мне. Ну, удовольствие, давайте искать в законе. Чтобы, считая это, хотя бы воздохнуть и покаяться, как Златоуст говорит, слушаю, а не делаю. Увы мне, вот это увы есть начало покаяния. Но это не трудно признаться, да, действительно, вот надо бы так, а не хватает ни ума, ни времени, ни средств. 2 Коринфянам 9:8-9. Ибо вы знаете, благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Нищетой. В довольстве тогда будем жить, когда мы обогатимся его нищетою. Дальше. 1 Тимофею 6:6-8. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. 6:6-8. Да-да. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Ну, считай, одежда меняется и питание меняется. Можно столько тратить за один раз, но приходится и надо слышать, это невероятно. Даже на чаевые, которые дают, я месяц могу прожить. И это считается... в норме. Научись жить скромно. Почему Сирахов говорит, бедный человек, что он ест? Говорит, лег, и душа его с ним. Богаче от освящения, ни сна, ничего ему нету. Определенно, четко показывает пропитание и одежду. Пропитание у нас у всех есть. Голодный никто и не ложился за все время, как Потеряевку в 30 лет отметили. А я думал, тут буду богато жить, один тут выехал. Но ты работать начни. У нас есть пример, на кого смотреть. Начинает с малого. И постепенно Господь показал, как можно жить на этой земле благодаря Богу, где вода, все необходимое, сколько можно скота держать. Имея пропитание и одежду, ты должен увидеть тех, у которых нет этого. Ежедневно, по разным данным, умирает до 30 больше тысяч людей на земле, которые умирают от голода и недоедания. И показывает, лежат одни скелеты, люди, у которых ничего нету, и дать нечего. У нас в избытке это все. Даже даешь, так, а это просрочено. Просрочено. Ты понимаешь, что просрочка не касается меда. Растительное масло у меня стоит, наверное, 35 лет. Я его беру, как будто сегодня оно есть. И кто не... есть предметы, которые портятся, а мед... проходит 300-500 лет, он как будто сегодня только. Евреям 13:5. Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Не то, чтобы у тебя не должны быть деньги, покупать, что тебе необходимо, технику, нет, довольство. Если ты все купил, у тебя какого-то магнита там или чего-то не хватает, ты бедный. Одного колеса не можешь достать, ты бедный. У другого ничего этого нет. И ты молись, и Бог знает, что нужно. Тем более, когда я даю рекламу, я говорю, человек, который тысячи людей кормит. И сам в долгах. Пока никто не отвлекается. Когда Господь не касается их. Вот здесь у нас нет книг не канонических. Книга «Премудрости Сираха», 26:4. «Добрая жена, тире, счастливая доля, она дается в удел боящимся Бога, с нею и у богатого и бедного сердце довольное и лицо веселое во всякое время». Тебя Бог обогатил этим. Благодари Бога. Радуйся. И Сирах, 29 глава, 26 стих. И говорит, будь доволен малым, как и многим. Сирах, 40 глава, 18 стих. Жизнь довольного своей участью и труженика сладостна. Но превосходит обоих тот, кто находит сокровище. Какое? Дальше говорит, там или о жене, или что-то. Итак, мы пришли сюда, и мы довольны.
Батюшки нет, он где-то отдыхает, служба покороче, быстрее вернемся домой. Есть что-то положительное в этом, он отдохнет от нас. Благодарим Бога за это чудное время, когда мы можем собираться в простоте сердца. Не все же заболели-то. Кто-то болеет, кто-то еще на ногах стоит. Быть довольным. Во всякое время на сердце у тебя будет радость. Прибуди с нами, Господи, мы знаем тебя. Ты умер за нас. Ты избрал нас. Ты открыл нам путь спасения. Аллилуйя. Аминь.